Демонстрации против режима сирийского президента Асада продолжаются. Это видео в интернете, если верить активистам, показывает новогодние протесты в городе Хомс. А авторы этих кадров свидетельствуют, несколько мужчин были убиты при попытке завести в город молоко. Проверить эти утверждения не представляется возможным. Некоторые наблюдатели Лиги арабских государств расценивают ситуацию как критическую. Но это явно вызывает недовольство у главы делегации, генерала Даби из Судана. Сирийское телевидение распространяет только одну версию происходящего. Мол, мирные жители жалуются наблюдателям на беспорядки. Во всем виноваты террористы из-за рубежа. Но некоторые наблюдатели это опровергают. «Я не видел молодых людей с оружием», — говорит этот дипломат. «Я вообще не видел оружия у гражданских лиц». «А мы безоружны», — подтверждает демонстрант. «Наше единственное оружие — наш голос». Арабский парламент, совещательный орган в рамках Лиги арабских государств, требует отозвать наблюдателей, если режим в Сирии не прекратит насилие.